Глубоко убежден, что Юрия Николаевича должны освободить. Это будет хороший гуманный шаг по отношению к человеку, которому требуется лечение, и любые перегрузки психологические, то давление, которое оказывается, оно влияет негативно на состояние здоровья человека, на человека, которого мы, как россияне, поддерживаем. Поэтому, тем более, отсутствует состав преступлений. Человек должен быть еще до суда освобожден, и человек должен пройти полный курс лечения и реабилитации, что невозможно сделать в условиях ограничения свободы. Юрий Николаевич, держись, брат. Я понимаю, что сложный период в твоей жизни. Уверен, что выстоишь, выживешь и будешь приносить пользу на благо России, да на благо добрососедства среди народов Европы. Здоровья, держись. Я верю, что справедливость восторжествует по отношению к тебе.